Друзья мои, я сейчас буду заниматься засолкой мяса для копчения. Здесь ничего вообще сложного нет. У меня есть два куска мяса. Это вырезка. Он называется либо карбонат, либо, сами знаете как, не помню. В общем, два куска мяса шикарненькие. Их нужно просто посолить. У меня есть, это, наверное, как грудинка, но она с ребрами сала. Я его тоже порежу. Тоже просто посолю и уложу в контейнер. И все. В общем итоге у меня получилось здесь 5,5 килограммов мяса и сала. Все вместе 5,5 килограммов. Я это все дело засолила вот такой адыгейской абадзехской солью, которую можно купить либо в Фикспрайсе, либо в Магните. Ну, сами найдете где. Я солила все по вкусу. Теперь это будет стоять сутки, а потом можно будет коптить. Либо сошкрести соль, либо смыть.